Привет всем, с вами Apple Explosions, и сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Angry Grenar Run. Поехали! Если вы не знаете, что это такое, то это серия игр, где злая бабушка зверским образом мочит людей. Ну и давайте рассмотрим саму игру. Все начинается с того, что наша бабушка выбегает из вот такой вот психушки, и вы сразу начинаете собирать припавку пенсии в виде местной купюры. Тут вы преодолеваете различные препятствия, начиная от простой ямы и заканчивая китом на дороге. Игра хоть и похожа на Temple Run, но все же у них есть некое отличие. Во-первых, игра, так можно сказать, наркоманская. И играть в нее будет довольно-таки весело. Тут вам надо будет получать бонусы в виде того, что вы бьете других бабушек всевозможными способами. Игра поддерживает все актуальные устройства, начиная с iPhone 3GS. Приложение бесплатное и универсальное, то есть, скачав его на iPhone, вы можете также в него поиграть и на iPad. Игра веселая, ее просто будет грех не скачать. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать про эту игру. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх и всем пока!